Смотрите, вот чтобы вот такую большую маковку нарисовать, я вам показываю, кто это такая. Вот она, я в натуральную величину показываю. Значит, это вот такой вот, как, знаете, как глечик. И вот какой он, знаете, этот. И, конечно же, у него вот пошли, да? Вот они, да? И, конечно же, овалы пошли, овалы. И потом черенок пошел вот такой вот. Идет черенок, а потом опять вот он. Как такое тарелочка. И вниз опять цилиндрик. Ну и вот свет слева и пошли. Вот, да, маковая такая территория. Вот здесь вот дырочки для того, чтобы эти маковки высыпались потом. Там эту звездочку не обязательно рисовать. Ну, вы знаете, что крышечка – это звездочка. Так, пошли дальше. Вот здесь на горлышке тоже уже. Так это. Вот он. И вот смотрите, мы должны и в стороны, и по горизонтали, и по вертикали идти. Собственная. Вот она. Здесь немножко рефлексика. Здесь уже меньше собственной. Такая она, знаете, как клеточка птичья, да? Вот здесь много собственной, да, вот оно. И вот здесь вот горлышко такое. И вот здесь уже совсем только намек. Полутон закругляющий. Вот. И, конечно же, вот здесь чуть-чуть темнее будет, да, после овала. Темнее. А здесь еще темнее, да? И все, опять такая тарелочка. Очень крутая, да? И опять падающая тень от тарелочки. И поперек череночек. И вот он, вот этот мачок большой. И даже слышно, как погремушка, слышно, как в нем маковинки стучат. Ну, можно там падающую тень от него, конечно же. И мы вот такие мачки будем вот здесь вот делать и наклонять их то туда, то сюда.